Футбольное поздравление подготовили воспитанники спортшколы Тюмени. Сегодня на стадионе «Строймаш» прошел необычный флешмоб. 130 мальчиков и девочек выложили с помощью мячей цифру 430, которая затем превратилась в 431 в честь предстоящего дня города. В этом году площадь у технопарка превратится в одну большую спортивную площадку. Это будут соревнования по стритболу, соревнования по дартсу, соревнования по хоккею на траве. Конечно, будет организована площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, будет организована площадка по ГТО. Состоится 29 числа на стадионе «Геолог» благотворительный матч по футболу среди сборной ветеранов Тюменской области и сборной звезд мировой эстрады. На набережной уже по традиции тюменцы смогут посетить фестиваль «Экстрим-экспо». А на Цветном бульваре организуют площадки для семейного отдыха.